Совсем скоро День Святого Валентина, и мы хотим сделать горожанам подарок. Мы сделаем печенье и подарим его вам. Нектар богов. Кира, ты знаешь, что такое любовь? Когда все друг друга любят. А как это? Целуются, что ли? Парочки влюбленные есть у вас в школе? Есть. За что они делают на переменах? Бывает, дружат, бегают вместе по коридору. Так они дружат или это у них любовь? Дружат и любят. У тебя тоже будет любовь? Уже есть. Уже есть. А ты угостишь свою любовь под печеньем, которое мы сейчас сделаем? Да. Два глаза и рот. Маленькому ребенку. Я дарю сердечко, чтобы все любили в той семье, когда это сердечко первым увидят. Я дарю эту звездочку влюбленной паре. Пусть их встречи будут частыми, ночи светлыми и жизнь долгой, полна любви. А я хочу, чтобы все кирчане были счастливы не только в День Святого Валентина, но и каждый день. Мы повесим наши печенье на дереве на перекрестке улиц Карла Маркса и Самойленко 13 февраля. Приходите попробовать наши печенье.